Здравствуйте, дорогие друзья! Мы все являемся партнерами компании JL с ее шикарным продуктом Tor System, о котором мы сегодня обязательно поговорим очень подробно. Здесь у нас Куралайка Эргалиева из Казахстана и Юлия Хохлова из России. Сначала мы бы хотели представиться, немного рассказать о себе. Давайте я начну. Меня зовут Айгуль Калаганова, я родом из Казахстана. Сейчас 2 года живу на Кипре, переехала я сюда благодаря сетевому маркетингу. Я увидела возможности, то есть сетевой маркетинг — это бизнес, где ты можешь, которым ты можешь заниматься из любой точки земного шара. Сейчас я здесь, наслаждаюсь жизнью, у нас сегодня очень еще жарко, у нас 30 градусов, купаемся в море, загораем, наслаждаемся жизнью. И будучи здесь, я познакомилась с Еленой Кононовой, это сооснователь компании JL. Она мне рассказала об этой прекрасной идее еще на уровне создания компании. И вот с декабря месяца 2018 года мы в JL. Чему я несказанно рада, жизнь моя кардинально поменялась именно, мы об этом попозже поговорим. Вот, очень горю этой идеей, и я вижу результаты, которые получают наша команда, наши партнеры, которые получают мои близкие люди, которые получаю я сама, и, конечно же, мы горим этой идеей, потому что продукт работает, и люди получают обалденные результаты, и, конечно, мы хотим сейчас как можно большему количеству людей об этом рассказать. Всем здравствуйте еще раз, меня зовут Куралай. Вот, Казахстан, Абай. Мне 26 лет, я сама по профессии пластический хирург, стоматолог, косметолог. Помимо именно этого проекта занимаюсь много чем, подробно не буду говорить. С этим проектом я познакомилась благодаря ретриту, который у нас был организован во время священного месяца Рамадан в Казахстане. Это Боровое, чудесное место на природе, и вот так все. Познакомилась там на Боровом и дальше узнала подробно. Передаю слово нашей Юлич. Так, всем привет. Слышно меня? Все хорошо? Да. Всем здравствуйте. Благодарим вас, что вы пришли на нашу трансляцию. Видите, кто-то видит нашу видеозапись уже в записи. На самом деле, да, я тоже вместе с Айгуль узнала об этой компании заранее, буквально, наверное, за год до того, как она стартанула. Я ее очень-очень ждала, потому что я понимала перспективы и вообще предложение, которое планируется, да, дать в жизнь, в сети, я не знаю, людям, создателям. И, конечно же, я понимала, что я жду, и мне хотелось участвовать в этом. Тем более я до этого прошла ряд тренингов нашего коуча, нашего автора, я их посетила в живом варианте, да, и понимание того, что у людей появилась возможность узнать эти знания онлайн, это, конечно, очень круто, потому что тогда была возможность приехать только максимум 30 человек, да, Дан брал на свой тренинг, это максимум, потому что у него есть определенные правила, ему интересно прорабатывать с каждым человеком, да, соответственно, все, что с ним происходит, а не собрать, знаете, целый зал, а для того, чтобы, ну, вроде бы люди вдохновились и уехали. Мне это, конечно, очень тоже понравилось, и когда я была на своем первом тренинге, там было 27 человек, и, конечно, это было шикарно. Те 2 дня изменили всю мою жизнь. Но если брать, опять же, да, преимущество нашей компании, почему именно она, то, что на тренинг вы можете съездить, да, но после того, как вы заканчиваете тренинг, вам нужно вернуться в свою жизнь обратно, да, и столкнуться опять с теми же самыми вопросами, от которых, соответственно, вы приехали их решать. Но именно в JL перспектива какая? То, что вы приобретаете себе знания особой важности, вы проходите то, что люди проходят на живых мероприятиях, да, но вы проходите онлайн дома со своей комнатой, со своей обстановки, у вас есть возможность смотреть вебинары, общаться с такими же осознанными людьми, вы можете здесь строить команду, даже можете зарабатывать здесь деньги, что немаловажно, да, конечно же.
вот, и все не просто так. Но в то же время вы можете и посещать такие офлайн-встречи, потому что они, конечно, незабываемые. И мы вот с Айгуль встречались на Кипре на такой встрече в апреле 2019 года. Это был 7-дневный тренинг, и он просто был шикарным, потому что были разные практики и техники. И Куралай, да, мы не познакомились лично на Кипре, да, она ездила летом уже на Кипр тоже на подобную встречу, вот. Но мы встречались в Санкт-Петербурге летом, да, тоже в начале июня, и тоже познакомились. Поэтому, конечно, перспективы компании, они шикарные, предложение компании уникальное. Его нужно узнавать огромному количеству людей, что мы благополучно и делаем, да, рассказывая об этом. Сейчас в нашей компании около 2000 партнеров. И компания сейчас на предстарте еще только. Официального мероприятия по открытию компании еще не было. Мы ждем новостей от наших основателей. Это будет огромное мероприятие, и мы обязательно, как узнаем все детали, мы вам о нем расскажем. Это будет транслироваться на всех каналах, во всех социальных сетях и на официальном канале компании. Так вот, хотя мы еще на предстарте, но мы уже получаем эти знания особой важности. Вообще, что такое TOR System? Это территория осознанного развития, это модульная система обучения. У нас есть 7 модулей, которые вы проходите постепенно, пошагово. Помимо этого, два раза в неделю, каждый понедельник и каждый четверг мы встречаемся в онлайне с автором нашей системы, с нашим гуру. Это Александр Корнеев с псевдонимом Дан. И здесь мы прокачиваем 7 видов интеллекта. Мы работаем с 9 энергосистемами. Мы самый главный интеллект, на который делает упор наш автор, это эмоциональный интеллект. И это абсолютно верно, потому что когда он у нас прокачан, эмоциональный интеллект, все остальные интеллекты, они подтягиваются сами собой. И получается, что жизнь обретает, все сферы жизни, они обретают гармонию. И все начинает разворачиваться вот самым чудным образом. Так, девочки, давайте мы поподробнее расскажем, вот для чего нужен наш продукт, чем он помогает. Давайте расскажем о результатах, потому что у нас у всех уже большие команды, мы слышим каждый день отзывы наших партнеров. Давайте расскажем о том вообще, что происходит с нами и что происходит вообще сегодня с людьми, хотя мы еще на предстарте. Так, кто, можно я, да, начну, наверное? Давайте. Девочки, вы только выключите звук, потому что, знаете, фонит, когда, вот, например, кто-то из нас с вами выступает. По поводу результатов, да, это уникальнейшая система, на самом деле, вы можете прочитать отзывы людей по двум тегам, которые мы сейчас пиарим в сети, это отзывы GL, и второй тег — это отзывы GL TOR System. По обоим вы можете пройтись и смотреть результаты, люди делятся ими, рассказывают о том, что с ними происходит. У меня у самой тоже есть огромнейший результат. И знаете, поначалу мне сначала было достаточно стыдно им делиться, вот, но я понимаю, что нечего стыдиться на самом деле, потому что это огромный шаг, огромный путь, огромный вообще результат, который я сделала, потому что многие люди, как я сейчас вот сталкиваюсь со многими людьми, у людей это огромнейшая проблема, которую они не могут решить на протяжении огромного количества лет. Да, многие, знаете, ждут таких результатов, типа, а-ля, что у меня сейчас тут будет квартира в Москве какая-нибудь, там, знаете, пятикомнатная, там, не знаю, какая-то крутая тачка, но благодаря этим знаниям я начала понимать о том, что вообще, на самом деле, это настолько не главное, да, к чему стремятся вот люди, вот эта машина, квартира, деньги, какие-то там еще моменты, на самом деле, вся наша жизнь — это сплошное воспоминание, нужно из своей жизни делать эти воспоминания, нужно много фотографироваться, нужно много улыбаться, нужно встречаться, общаться, нужно, чтобы у людей о вас оставалось
крутое впечатление, да, чтобы вы могли чем-то помочь, чтобы, да, когда произносилось ваше имя, люди понимали, что вот этот человек сделал вот это, и он мне помог вот этим вот самым. И вот, по-моему, вот это самое клёвое, что может быть. Но если брать конкретно мои результаты, их много на самом деле, очень моя жизнь меняется, она вот, ну, по многим параметрам, это вот надолго я могу здесь задержаться, если я сейчас начну это рассказывать. Но основное и самое клёвое то, что я полюбила саму себя. Вот прям конкретно полюбила. А многие, знаете, там скажут, нет, я тоже сама себя люблю, там, и вообще я такая классная, замечательная. По факту нет. Когда ты начинаешь общаться с человеком, ты начинаешь спрашивать, а что ты кушаешь? Да, у человека, что ты кушаешь, любишь ли ты свое тело? Многие на самом деле питаются мусорной едой. Реально, она мусорная еда. Различные там, не знаю, там, бутерброды, колбасы, там, я не знаю, ну, вот все в таком вот формате. То есть человек питает свой организм, ну, реально мусоркой. Да, каким образом он может любить свое тело и каким образом это тело должно любить его и приносить ему какие-то результаты в жизни, если он настолько себя не уважает. Далее, у нас очень много разных интоксикаций. Я сама была зависима от курения. Это была для меня огромнейшая проблема. Я курила достаточно огромный период времени. Знаете, когда я в этом призналась, и когда мне мама моя говорит, Юль, неужели вот я не могла, не замечала даже того, что ты столько лет курила, мне было невероятно стыдно, и было сложно в этом признаться вообще, как бы, и вот, ну, это стыдно действительно, когда ты куришь, когда ты принимаешь алкоголь, когда ты там какие-то пьянки, гулянки, вот на сегодняшний день я понимаю, насколько это стыдно, и когда благодаря этим знаниям, да, я начала понимать свой организм, начала понимать свое тело, начала понимать, насколько я действительно себя люблю, как я себя ценю и как я хочу жить счастливо, ярко и гармонично. Во-первых, я бросила курить. Это для меня было невероятно сложно, очень сложно. Это вообще просто было, ну, прям, я даже не знаю, как это описать, но я не курю с 1 июня 2018 года. Я ни разу не попробовала, не начала ни одной сигаретки, ни одной затяжечки, ничего. На самом деле, это сложно бросить курить, и кто вот курит, да, кто посмотрит эту запись, и кто курит, все поймут на самом деле, насколько, вроде бы, да что тут такого, там, оставить эту пачку, но на самом деле это зависимости, с которыми нужно бороться, и, естественно, эту зависимость я поборола, и слава богу. Второе, то, что я начала делать, это бороться с зависимостью, пищевой зависимостью, да, вот то, что я сказала про еду, на самом деле она тоже, это зависимость, когда люди неосознанно напитывают свой организм всяким мусором, да, и переедают, там, не знаю, обжираются, еще какие-то моменты. И я грамотно поняла, что я хочу питать свой организм только качественными продуктами, овощами, фруктами, всем полезным, ну, то, что может быть. И, конечно же, я изменила свое питание, оно у меня изменилось с 22 января 2018 года. Благодаря нему, естественно, я постройнела, и много очень вообще моментов в моей жизни улучшилось, вот, и, конечно же, следующий момент — это алкоголь, да, я не скажу, что я там какой-то прям пила очень много его, и там, знаете, как, ну, как все, каждая пятница, суббота, шашлыки, встречи, друзья, можно в клуб было съездить и на неделе, и еще какие-то всякие мероприятия, праздники, и везде нужно, естественно, там, выпить этот бокал шампанского. На сегодняшний день я понимаю, что я больше не хочу, не хочу вообще тратить свою жизнь на это бесполезное дело, на это бесполезную трату денег, да, и, соответственно, я вот не пью. Ну, конечно, я не то чтобы прям отказалась, но есть, но я могу, наверное, но я не помню последний раз даже, наверное, когда и этот вообще это делал. Поэтому вот мои результаты, они именно такие, да. Ну, есть еще много других, но я вот считаю, что эти хочется обозначить прям вот на 100%. Говорю, поначалу мне было очень стыдно признаваться в них, но на самом деле вот сейчас с каждым разом, с каждым общением с людьми я понимаю, что они просто основные, потому что это с каждым, вот абсолютно с каждым человеком у этого, где-то есть, даже если человек не курит, то у него курит там муж, жена, там, я не знаю, да, родственники там и так далее. Это проблема на самом деле. Вот, поэтому вот такие результаты очень крутые, я не,
вообще очень сильно благодарна Дану за это, и вот низкий ему поклон за то, что вот благодаря знаниям, которые он сформировал в систему, которые вообще просто вот по полочкам легли на моей территории, в мою голову, и продолжают ложиться, и дальше еще многие другие есть результаты, но вот эти вот самые такие основные, самые, я считаю, что крутые. Классно. Тогда эстафету беру я дальше. Юлия, я поздравляю, что у тебя такие результаты, реально классно. Ну, люди мы в первую очередь замечаем же внешне, также у меня начали трансформации идти внешне. Можете посмотреть в Инстаграме, у меня какая я была до-после. До ретрита какая была первого в Астане, потом после. Я на 15 килограмм общее течение до сегодняшнего дня. У нас отключилась временно Куралай, сейчас она подключится, это техническая неполадка, она сейчас зайдет, я пока расскажу о своих результатах. Ну, вы знаете, я такой человек, во мне было всегда очень много страхов. Я была страшным дефектологом, вообще по идее, когда у меня в дате рождения это уже заложено, да, у нас, кстати, все те, кто уже доходит до 5-го модуля, им открывается целая система знаний по астро-ведо-нумерологии, вот, и вы обязательно об этом тоже узнаете. Так вот, по дате рождения своей я дефектолог. И сейчас, и вот во мне было всегда очень много страхов. Соответственно, из-за того, что было очень много страхов, я всегда себя накручивала, я во всем видела негатив, я потом надолго могла уйти в депрессию, я была очень конфликтным человеком, я видела в человеке, то есть я очень хорошо разбираюсь в людях, и у меня хорошая интуиция. И, соответственно, я видела сразу его минусы, вообще не обращала внимания на позитивную сторону, и, соответственно, очень легко вычеркивала людей из своей жизни. Потом я уходила в депрессию по полгода, и был потом падение. И вы же понимаете, да, когда человек уходит в депрессию, соответственно, он делает 300 шагов назад. И потом, когда он поднимается, он опять приходит в ту исходную точку, если не на минус один шаг. Соответственно, вот мое развитие, хотя я всю жизнь была в поисках, я проходила кучу всяких тренингов, я прочитала миллионы книг по личностному росту, ченнелинг и прочее. Но только Тор Систем, только Александр Корнеев своим легким, простым языком он до меня донес. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Наконец-то я в 40 свои 2 года поняла, на чем зиждется вообще вся Вселенная, как работают все механизмы, зачем я рождена, какое у меня предназначение, вообще, что, как все взаимосвязано, кто я есть, зачем я есть.